Sir. Sir. Голова кружится. Пойдем туда. Видишь? Туда. О, нет, не могу. Пожалуйста. Си-си, я схожу с тобой. Ладно, ты присядь на скамейку, я куплю мороженого. О, мне шоколадное. Ладно. Надо посидеть. Вот скамейка. Я снимал. Вот так. Назад. Сейчас станет полегче. Ущипни меня. Я что, сплю? Не буду щипать. А то проснешься. Ты ждал этого 13 лет. Я за тебя рада. Офицер Лин. Звонили из штаба. Выяснилось, кто такой Лисон. Его зовут Чуи Кьюн-Хо. Его отец был торговцем оружием, которого 13 лет назад убил Андре. Так значит, он хотел отомстить за своего отца и вернуть семейные вещи. Я вернул себе то, что мое по праву. Когда Андре убил его семью, он был за границей. И поэтому уцелел. Что интересно, он оказался в том же приюте, что и Сиси. Listen.